Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня хотим вас познакомить вот с таким зарядным устройством, и одновременно он выполняет функцию пауэрбанка от компании X-Star, называется модель PB2S. Что он из себя представляет? Здесь вот у нас сверху находится индикатор выходного напряжения и зарядного тока, ну и соответственно емкости батареи текущей, да. А далее под крышкой с магнитным держателем находятся два элемента питания. 18650 и до 21700 могут использоваться элементы. В комплекте они не идут, но сразу скажу, чем это удобно. Да? То есть всегда, например, вот у нас в радиостанциях аккумуляторы выходят из строя, сами элементы питания внутренние, 18650 зачастую используются, они остаются целыми, ну, то есть имеют какую-то емкость, и зачастую они полную емкость имеют, ну, то есть один элемент высшего строя, второй элемент живой полностью. И это удобно, то есть мы можем использовать, как вытащить элемент отдельно, поставить в какое-то устройство, если оно нам необходимо. Также зарядить мы можем и, соответственно, запитать какое-то устройство через порт USB и зарядить его, ну, там, тот же фонарь, там, или сотовый телефон, без разницы. То есть у устройства есть выход USB до 2 ампер и есть вход Type-C до 2 ампер тоже. Используются элементы, я вам фотографию покажу, но, в принципе, могу и продиктовать. 18650, защищенные и незащищенные. И незащищенные 18700, 20700 и 21700. По поводу тока заряда, да, какой способен обеспечить этот пауэрбанк, он фактически до 2 ампер. Я вот тут специально записал, да, заряд устройства по USB выходу у нас получилось номинал напряжения, номинал тока 1,743 тысячных ампера. При зарядке же внутренних этих батарей, да, ну или при зарядке самого пауэрбанка, ток также идет 1,685 тысячных ампера. Использовали мы адаптер сторонний, потому что в комплекте он не идет. Адаптер был на 2,1 ампера. Ну, то есть, вот этот 1,8 ампера, грубо говоря, это ограничение у него по току. По комплектации, то есть идет данная зарядка вот в такой картонной коробке. Здесь идет инструкция, само зарядное устройство без элементов питания и идет кабель Type-A, Type-C, ну то есть стандартный этот шнурок. Так вот, все бы хорошо, да, единственное, мы обнаружили два недостатка у данного зарядного устройства. Во-первых, видимо, сырая прошивка. Кстати, да, вот индикацию я вам могу показать. Видимо, сырая прошивка, поэтому при зарядке иногда вот этот дисплей начинает мигать. Ну, то есть там с периодичностью в 5 секунд он то включается, то выключается. Вот такая, ну, как бы это не влияет на процесс заряда, но все равно видно, что недоработано, да. А основной недостаток у него в том, что вот элементы питания заряжены, да, полностью. Начинаем подключать, например, смартфон для зарядки, ну, через, как для использования в качестве пауэрбанка. И доходим буквально до 30% заряда, то есть еще заряд есть в батареях, но зарядное устройство останавливается, то есть процесс зарядки выключается. Мерили температуру, никаких проблем именно с нагревом нет, то есть здесь какая-то внутренняя проблема именно с окончанием заряда, ну то есть неполное расходование заряда батареи, да. Хочу вас спросить, есть вот такое же устройство, но оно абсолютно так же выглядит, то есть в таком же цветовом исполнении, дисплей здесь такой же, но от компании Li-Kala, да, называется, по-моему, Li-Kala. У кого оно есть, напишите, есть ли такие проблемы, как у X-Star. То есть, может быть, это все-таки разное производство, и у того, у той зарядки нет таких проблем, но вот у этой такие наблюдаются. На этом тогда закончим.
кратенько рассказали, да, все-таки очень удобно использовать такие зарядные устройства, потому что, допустим, моноблочные зарядки с внутренними аккумуляторами постоянно, ну, или достаточно быстро выходят из строя, и фактически весь блок приходится выбрасывать, да, ну, потому что они зачастую неразборные и замене не подлежат. Здесь же всегда вы можете достать элементы питания, поставить новые, тем более, что данные элементы постоянно совершенствуются, то есть емкость у них становится все больше и больше. У 21700, например, сейчас уже есть емкость по 5 ампер-час, ну и у 18650 тоже, по-моему, 3700 точно есть, может быть, уже и большая емкость есть. Во-вторых, чем это еще удобно? Вы всегда можете элемент питания достать и подключить какое-то, ну, необходимое зарядное устройство, тот же фонарь там или какой-то прибор, запитать от этого аккумулятор. Ну, то есть зарядка получается разборной. Ну, все, на этом тогда закончим на сегодня. Это Vivo Telecom. У кого вопросы есть по зарядке, или вы, может быть, знаете какие-то в подобном форм-факторе и с такими же функциями зарядные устройства другие, напишите тогда в комментариях, будет интересно посмотреть, пощупать. Ну, то есть, надеялись, что вот это будет беспроблемно работать, но все-таки есть у него свои нюансы пока. Поэтому хотелось бы найти что-то тогда получше. Все, заканчиваем. Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.